الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد الأمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله سيودني من الشنام رزيسنات أتوم отчет؟ أتشوت نبامنام أنا ميرني نكون بيت إسكنين Расскажите, что такое отчет. Если будет задан такой вопрос, то ответ достоверных ученых обязательно верить в то что будет это в судный день и каждому из рабов Аллаха будут показаны его деяния будут даны, даны книги и каждый увидит свои деяния помнил не помнил об этом он но ну, все деяния будут показаны верующий возьмет эту книгу в правую руку и это очень хорошо для него. А вот неверующий возьмет книгу левой рукой и она, эта рука будет из-за спины в задней части выходить. Да сохранит нас Аллах так, от такого положения. Это книга, в которой записаны деяния человека. Рахиб и Ати, два ангела, записывают, когда мы живем. И мусульмане, и не мусульмане. Записывают наши деяния. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدع ثبورا Эти аяты — подтверждение того, что мы сказали. То, что мы объясняем из слов ученых, это взято из Хурана. Или из того, что сказал пророк Мухаммад. Это называется достоверной информацией. А в Хуране говорится, что тот, кто получит книгу в правую руку, его отчет будет легким, и он вернется к близким, имеется в виду там судный день, к тем, кого он любит, верующим с радостью. А вот тот, кто получит книгу в левую руку, то его положение мучения одни и несчастья, и ждет его огонь ада. Значит, исходя из того, что мы сказали, мы понимаем, и пусть понимают другие, что ответственность за содеянное есть. И пока не поздно, мы должны каяться. Да простит наши грехи Аллах Всевышний своей милостью. Что касается хороших дел, нужно делать все хорошее искренне. И не делать того, что нарушает эти хорошие дела. Ведь в книге будут записаны все дела, какие они есть. Даже если люди думают или считают кто-то о ваших деяниях что-то, ну, какие вы, они на самом деле так и записываются ангелами. Значение вознаграждения и значение слова наказания. Это речь здесь теперь уже 43 вопрос. Что это такое? Саваб и азаб. Азаб большинство людей понимает, кто как-то уже что-то изучал из ислама. И саваб тоже. Эти два арабских слова в основном они понятны, но значение по-русски. Вознаграждение на том свете это саваб, наказание на том свете это азаб. Вознаграждение получит только мусульманин и только за хорошие дела, за все благое, что он совершил, если он был искренним. И это то, что его обрадует. А вот наказание это то, что никак не обрадует того, кто их будет получать. И это будет судный день и до судного дня, и после судного дня для тех, кто этого заслуживает. Самое тяжелое, самое худшее из которых пребывание вечное в аду. Да сохранит нас и наших близких Аллах от ада. 44 вопрос. Что такое весы? О каких весах говорят ученые? Мусульмане понимают, что в судный день для каждого поставлены весы. И обязательно верить в это. Потому что Хуран этому учит, и пророк сказал, и мусульмане знают об этом. Это в прямом смысле весы. Некоторое время раньше, 10-20 лет, у ювелиров были такие. Но на одном, как сказать, таком как столбик, была перекладина, и справа-слева висели чаши. Они висели на этих концах этой перекладины. И иногда пишут. Когда речь о законах, как будто бы в некоторых странах, то делают вот эту символику. Так в прямом смысле будут весы, которые будут взвешивать деяния. Сказано в Хуране, и это означает, что это правда, будут весы взвешивать деяния. У неверующего на одной чаше не будет ничего, а на другой чаше будут его плохие деяния. И чем больше плохих деяний, тем хуже неверующему. Но общее для всех неверующих – это вечный ад. Но помимо вечного ада, дополнительно еще будут мучения за грехи. У кого больше, тот больше получает наказание. Это касается неверующих. Потому что Аллах не прощает ни одного из неверующих, если он умер в совершеннолетии, в своем уме, и не был мусульманином, был мукалефом, но не принял ислам. Не прощает ни один грех. А вот мусульманин, верующий, верующий всех времен, то в судный день на этих чашах, на одной чаше будут добрые дела, а на другой чаше плохие. По-арабски «хасанат саиат» называется это, хорошие и плохие. И все зависит от того, как прожил человек. Если на одной из чаш, где собраны хорошие дела, их будет больше, чем плохих, то он войдет в рай без мучений. Если хороших дел и плохих дел по весу одинаково, то он тоже войдет в рай без мучений, но после тех, кто лучше него. А вот третья категория мусульман, у кого больше плохого, чем хорошего на этих весах, то есть чаша с плохими делами перевесит. О них сказано, если Аллах хочет простить, если Аллах хочет накажет. На кого-то он накажет за грехи, а кого-то из грешников мусульман простит. Но даже если, ну конечно же, Аллах накажет кого-то, и кого он наказывает, то не вечным адом. Вечный ад только для неверующих. Поэтому это тоже нужно уметь объяснять. В Хуране сказано, فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Здесь речь о том, что мы сказали. Мы говорили о весах. И вот сказано в первом прочитанном аяте, что тот, у кого на весах Будут добр, добрые дела, их будет больше, и он будет в, в дальнейшем в жизни приносящий ему радость, будут радости у него. А вот тот, у кого хороших дел не будет и чаша у него пуста, он вернется как к себе, но в ад он будет отправлен. Да сохранит нас Аллах от этого ада. Некоторые мусульмане грешники тоже попадут на временные мучения в ад, но не на дно ада. Поэтому нам лучше стараться, стараться сколько сил есть, и делать больше хороших дел. 45 вопрос. Расскажите об аде. Обязательно верить, что существует ад. Он создан, и он существует, и будет существовать без конца. О нем, как приводили многие ученые, как говорит один аид. Это означает, что он приготовлен для тех, кто не уверовал в Всевышнего, кто протестовал Богу, кто в неверии закончил жизнь. И это самый сильный огонь, там в аду. Он настолько сильный, что десятки тысяч раз больше сильнее, чем любой огонь на Земле. И этот огонь, он приготовлен для того, чтобы вечно мучились там неверующие. Аллах создал его. И, аль что мы в исламе, поэтому мы не протестуем, не возмущаемся. Мы боимся этого ада. И это то, что нам помогает жить. Значит, Аллах создал этот ад, и он находится под седьмой землей. Но не соединен он с землями. Это место, уготовленное для неверующих, до вечных их мучений, и никогда в жизни ад не перестанет существовать. Поэтому, пожалуйста, объясните людям, кого вы знаете, что нельзя брать мнение тех, кто говорит, что ад когда-то исчезнет, или что там будет прохладный ветер, огонь потухнет. Это противоречит Хурану. В Коране во многих аятах сказано о том, что Аллах создал ад для вечных мучений неверующим. Ни не один аят, ни десять, ни двадцать, больше десятки аятов. В одном из них сказано так. Аллах Аллах проклял неверующих И приготовил для них Адский огонь Они будут пребывать в нем Без конца И не найдут они Ни того, кто бы им мог помочь, помочь Ни того, кто бы их мог защитить Это воля Всевышнего Такая, она неизменна Что ад для вечных мучений неверующим. Поэтому в нашей жизни, можно это сказать любому, важно самое главное, и это самое важное, и это самое необходимое, прожить, чтобы не попасть в ад. Расскажите о широт, что это такое? 46 вопрос. Широт это арабское слово, но это означает путь или мост. Но здесь речь идет о том мосте, который протянется с новосозданной земли до рая и над адом. То есть не через ад, а над адом. Что это означает над адом? Это означает с этой новосозданной земли, ну, в судный день эта земля будет разрушена, будет новая земля. С нее после отчета будут верующие перелетать или проходить, или еще медленнее, но пересекать этот мост сверху. Кому, у кого сколько хорошего дел. И они перейдут, прежде чем зайти в рай, через этот мост. Иншаллах, надеемся на это, что мы перейдем этот мост и не будем с него соскальзывать. Этот мост, он то, что нужно пройти, чтобы в рай попасть. И будут... Одни люди проходить, кто лучше еще быстрее, а кто-то в воздухе перелетать, кто-то за мгновение пересечет это расстояние. Но он огромный, этот сират. Ну а те, кто не заслужил, не рая, они будут соскальзывать и они даже не смогут пройти вообще по этому мосту. И верующие двух, так сказать, несколько категорий. Одна категория, которые пройдут этот мост, ну каким образом? Они даже не будут соприкасаться с ним, в воздухе они перелетят. И есть другие, которые будут идти прямо по мосту. Ну а третий из мусульман, какое-то время они смогут пройти, ну, пересечь какое-то расстояние, а потом будут падать в ад на временные мучения, после получения которых они будут подняты опять на этот мост и потом пройдут в рай. То есть лучшие, легче те потом, кто после них медленнее, но пройдут, а те большие грешники, часть из которых Аллах накажет, будут падать с этого моста. Но не мусульманин не сможет пройти этот мост вообще никогда. Вот что означает аят, где говорится, ва ва потому что... Уруд, это арабское слово, оно одно значение, а, как, два значения, как пересекут его. Пересечение, то есть прохождение этого моста, это, как мы объяснили. Но ни в коем случае не надо думать, что и богобоязненные, и пророки, и святые, и все хорошие люди пройдут через мост, который ведет их через ад в рай. Это большое заблуждение. Значит, объяснить нужно то, что после смерти у богобоязненных даже секунды тоски не будет, поэтому вообще нереально допускать такое, что пророки сначала, проходя через этот мост, будут вот проходить через огонь адский. Это ненормально такое говорить. Пророки лучше из созданных, они легче всех перейдут этот мост, и этот мост не через ад, а над адом снова созданной земли. Он ведет в рай. И все. Нужно вот так понимать. Он очень большой, огромный. Но для кого-то он будет как... Для, для кого-то этот мост будет как пройти через тонкий волос или на острие кинжала. Но это нереально. Значит, неверующие, для них это будет невозможно. Надеемся на то, что Аллах тас нам пройти этот мост и мы не будем наказаны, инша Аллах. И пройдем мост, как богобоязненный. После прохождения моста есть хауд. Хауд – это тоже арабское слово, но оно означает бассейн, водоем, вот такое понятие, большое количество воды. Здесь речь идет о том хауд, из которого испьют верующие, из водоема, который по пересечению этого моста, когда проходит этот мост, обитатели рая, прежде чем зайти в рай, должны испить из этого хауда, то есть из этого водоема. И у каждой общины будет свой водоем, свой хауд. У пророка Мухаммада для его общины самый большой, в который поступает вода с, с, с рая, это после моста, перед раем. Тот, кто испьет из этого водоема, ни жажды, ни голода никогда у него не будет. Но это не означает, что тот, который подошел к этому водоему и прошел мост, сират, что он будет испытывать жажду. Пророки не будут испытывать ни жажды, ни тоски, ничего из того, что может тяготить человека. И, конечно же, богобоязненные. Но суть в том, что прежде чем зайти в рай, они испьют из этого водоема, который создан Аллахом, и он имеет свой смысл. У пророка Мухаммада, вассалям, как мы сказали, этот водоем самый большой, потому что его община самая большая. Как говорят ученые, чаш из которых испьют верующие из общины пророка Мухаммада, подойдя к этому хауду, с количеством звезд на небе. Теперь еще один вопрос. Вопрос 48. Что такое Шафаа? Я не хочу это переводить как заступничество, потому что заступничество это как адвокатская э, миссия. Это когда кого-то оправдывает э, перед тем, который не знает, или защищает его от обвинений ненужных. Ну, в принципе, вот вы понимаете. Значит, Шафаа это что такое? Ученые объясняют. Такими словами, это просьба о каких-то благах или о прощении грехов, обращение к Аллаху от того, кому Аллах дал эту возможность обращаться. Вот это все, что вы сейчас услышали, смысл это есть Чафаа. Конечно же, будут просить прощения за грехи других, грехи других, чтобы Аллах простил, будут просить только те, кому Аллах дал такую степень и возможность просить за других в судный день. Это будут богобоязные ученые некоторые, это шахиды, это ангелы и, конечно же, пророк Мухаммад, алейхиссалям, который сказал ахниль мин как передал этот хадис Аль-Хаким, и сказал о том, что он из степени достоверных, он достоверный, صحيح. Он сказал, что пророк Мухаммад – Говорил, «Мое, мой шафаат для тех, кто из моей общины большие грешники. То есть для больших грешников пророк Мухаммад будет просить у Аллаха, чтобы Аллах простил им их грехи. Конечно же, шафаат будет только для верующих и для тех, кому Аллах определил, как сказано в Хуране, это означает, и не будут просить о прощении грехов, кроме как за тех, которым Аллах определил это. Вот так нужно объяснить этот аят. И самое, что мы мечтаем, и что желаем себе и всем, кого мы любим, это рай. 49 вопрос. Расскажите о рае. Рай создан Аллахом, и он существует. В Уране сказано,

ширина которого, расстояние между небесами и землей. И этот рай приготовлен для богобоязненных. Тут не в прямом смысле сантиметры, метры расстояния, а в том смысле, что он большой. Рай очень большой. Он больше, чем ад в тысячи и в тысячи раз. Но буквально некоторые вопросы не понимаете, а смысл. Он настолько огромный. Он тысячи в тысячи, в тысячи, несколько тысяч раз больше, чем ад. И это говорит о милости Аллаха. И рай приготовлен для богобоязных. И он будет существовать без конца. Не перестанет он существовать и не прекратятся радости и наслаждения обитателей рая. В Хуране сказано. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ايتوتو باكورين الله اي باكوريني ووباستانيكو بودت فيديون بودت بودت обитатели рая пребывать вечно в нем, в раю, и получат они вознаграждение. А еще сказал пророк Мухаммад о том, что обитатели рая, кто там будет, большинство из них на земле жили или будут жить и живут бедно. Смысл какой? Как он сказал в одном Хадисе, мне дано было Аллахом увидеть рай и какими будут там, кто будет там обитать, то есть кто будет в раю. В смысле, не пойменно, а так, в общем. И пророк Мухаммад сказал, что он узнал, что большинство обитателей рая на земле бедно жили. Аллах Всевышний дал нам знать, в чем есть почетность. Не в мирских богатствах, а в богобоязности. Аллах приготовил райские вознаграждения для своих благодарных и покорных ему рабов. В одном хадисе, это хадис Аль-Кудси, сказано, «Колал Адзе ва Джалла, «Аддатту ли айбадия суали хайна, ма ла айнун раат, ва ла узунун самиат, ва хатара аля кольби башар». Имам Бухари передал этот хадис, в котором сказано, хадис значит пророк сказал, но пророк начал говорить, Аллах сказал с таких слов, и это означает, что Аллах говорит, я приготовил для своих рабов богобоязненных такие наслаждения, такие радости, что ни один глаз и не видел, ни одно ухо и не слышало о таком, и ни одно сердце не может себе представить. Конечно же, мы должны этого желать. Умный человек будет себе желать вечных радостей. И если Аллах своей милостью даст, то мы войдем в рай и надеемся на то, что Аллах даст нам силы для совершения того, что даст нам надежду еще больше. Надежду на то, что Аллах ведет нас в рай. «Ла محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته